Приветствую тебя, мой дорогой, мой дорогой подписчик и мой слушатель. Сегодня мы с тобой отправляемся на прогулку в майский лес. Мы будем отдыхать, избавляться от стресса, избавляться от страха, осознанных или неосознанных. Будем учиться радоваться тому, что мы видим и что мы чувствуем. Медленно закрой глаза. Для удобства нашего общения я буду обращаться к тебе на ты, потому что медитации мы с тобой будем гулять вместе, а мой голос будет для тебя печатной звездой. Сделаем глубокий вдох и выдох. Немного можно задержать дыхание и повторить вдох и выдох. Еще раз вдох и выдох. Сосредоточься, пожалуйста, на коже своей головы, которая у тебя под волосами. Получается? Теперь сосредоточься на коже своего тела, в тех местах, где она контактирует с одеждой. Теперь не торопись, почувствуй кончиком носа температуру окружающей среды. Еще раз перемещай фокус своего внимания на дыхание. Глубокое дыхание помогает сосредоточиться на моменте здесь. Почувствуй свои ноги, ступни, колени, бедра. Можешь мысленно произнести про себя: мои ноги расслабляют. Почувствуй свои руки, или по одной, или обе сразу, и произнеси про себя: мои руки расслабляются. И вот уже дыхание успокоилось.
тело уже легкая пушинка. Легкая пушинка. И вот эту пушинку подхватил ветер. И он ее понес, понес. Пушинка летит и летит. Легко. Она свободна. Она спокойна. И вот эта пушинка оказалась в лесу. Сейчас в этом лесу поет соловей, щебечут другие птицы, и ты наслаждаешься этой свободой. Сейчас ты понимаешь, что именно здесь ты есть. Именно здесь ты в ощущениях спокойствия и умиротворения. Находясь в лесу, среди пения птиц, легче всего понимать, что все правильно в этом мире. Все правильно, что происходит. Потому что так и должно. Послушай, какая птица. Наслаждайся этими звуками. Пение птиц позволяет человеку расслабиться, успокоиться, избавиться от стресса, нагрузок, переживаний. Потому что когда сосредоточиваешься на чем-то одном, положительном и ярком, все остальное просто отступает. Да-да, отступает. Давай сейчас отпустим в виде черного облачка все твои неприятности. Смотри, оттуда, откуда прилетела пушинка мальчика, ведь это ты, помнишь? Туда устремляется эта темная облачка твоих проблем, твоих тревог, твоих неприятностей. Смотри, как оно удаляется быстро. И вот оно уже почти слилось с общими красками неба. И вот ты уже даже физически ощущаешь облегчение. Да, все проблемы просто исчезли. И ты имеешь полное право не вспоминать о них. Дело в том, что
удивительно. Слышишь, как поет соловей? Так вот, если человек фокусирует свое внимание на положительном, он таким образом делает свою жизнь лучше, поднимает вибрации своего тела, становится ближе к своему высшему Я, к истине своей души. Только на природе можно ощутить эту истинную свободу. Только на природе можно понять, что ты великая часть этой великой вселенной. Ты единое целое. И в тот же момент ты уникальное создание этой вселенной. Иногда хватает того, чтобы об этом подольше подумать. И осознать, насколько богата эта вселенная и насколько сильно она нас, людей, одаривает своими богатствами. Сделай глубокий вдох. Чувствуешь, чем пахнет воздух? Согласись, так пахнет свобода, так пахнет радость и умиротворение, так пахнет легкость бытия. И вот ты уже не пушинка, нет, теперь ты травинка, теперь ты прекрасная зеленая травинка, которую питает солнышко, для которой солнечный лучик тянет свое тепло и свой яркий свет сквозь ветки деревьев, для которой поют эти птицы, для которой с неба падает дождь. Можно представить себе листиком на дереве и сказать все то же самое. Можно представить себя журчащим ручейком вон под той березкой и также почувствовать на себе любовь этой вселенной, которая щедро делится светом, радостью, свободой и всем самым лучшим, что у нее есть с тобой. Чем бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, Вселенная всегда
готова делиться с тобой всем, что у нее есть. Правда. Нужно только научиться это принимать. Нужно только знать, что все это для тебя. Нужно верить в то, что эта Вселенная, любое свое создание, любое свое явление готово превратить в твою реальность. Подумай о том, как хорошо быть любимчиком этой Вселенной. Наша Вселенная щедра, как щедра эта природа, которая сейчас вокруг тебя. Наша Вселенная одаривает нас абсолютно любовью и особенно, если мы учимся или делаем попытки принимать эту любовь. Поверь, это совсем не сложно, принимать любовь Вселенной. Нужно просто об этом знать и в это верить. Нужно просто знать, что ты являешься частью этой могучей силы. И, конечно же, эта могучая Вселенная будет о тебе заботиться о своей части, как о самой себе. Это неопровержимая аксиома нашей реальности. Ты есть Вселенная. Вселенная есть ты. Поэтому эти птицы, которые сейчас всюду, они поют для тебя. Поэтому этот ветер, который всюду, хочет показать тебе, что человек есть свобода, и это более чем правильно, если ты в это веришь, и если хочешь быть счастливым. Теперь я оставляю тебя насладиться этой свободой. Я предлагаю тебе, слушая пение птиц в нашем майском саду, еще раз вспомнить то, что я только что говорила тебе о том, что ты
это верить. Ты человек, который ничего не боится, потому что сумел ощутить и сейчас, потому что ты теперь понимаешь, что можно поставить знак равенства. Ты равно Вселенной, равно свобода, равно любовь, равно счастье, и все это до бесконечности будет увеличиваться и увеличиваться, если ты будешь фокусировать свое внимание на этом. На этом. Я поэтому привела тебя сюда, в этот майский лес, чтобы рассказать тебе об этом. Теперь ты можешь наслаждаться своей новой реальностью, своими новыми победами, зная, что Вселенная готова тебе предоставить все, что ты пожелаешь, если ты будешь в это верить и научишься это принимать. Я оставляю тебя наедине с твоей новой реальностью, с твоей любящей тебя Вселенной, в твоем майский.